«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Вот он, стыдится того, что проиграл ребенку, это печально. Ладно, давайте попробуем сейчас быстренько выполнить задание с медведем. Чё тут, чувак? Снаряжение. Что у тебя есть интересного? Чёрт. Так, добавляет 5 тошнотворного урона. Да, оно того стоит. Так. Это я помню, как сюда пробираться. Пока еще помню. А почему он не лезет туда? Эй. Вот, все. Он заглючил. Я не знаю, почему. Вот, короче, чтобы вам открыть вот эти вот ворота, ну, во-первых, можете, конечно, каждый раз вот так вот лазить, но, по-моему, это как-то не круто. В общем, чтобы открыть ворота, нужно просто... Все. Ворота открыты. Нажать на кнопочку. Там дальше круто будет, там дальше чел медведосвин и так далее. Ну, все интересно. О. Я, кстати, не знал, что внутрь можно забраться. Оу! Только не бомж, они сильные. Ну это, кстати, не сильный. Там есть бомж, который 200 хп что-то в этом роде. Все? А, отлично. Почти ему все здоровье снесли таким образом. И сейчас давайте молотом добьем. Воу-воу-воу, тут крысы еще. Мать моя женщина. Черт, его крыса изнасиловала. Какого хрена? Так, давайте добьем бомжа. Бомж пострашнее, наверное, нет? Нет. Давайте добьем крысу. А, отлично. Добили крысу. И добиваем бомжа. На, все. Эпичное добивание. Черт, там еще одна крыса осталась? Или мы эту не добили? А, черт, у нее 3 хп осталось. 4. Уру. Так, все. Хорошо. Мы добили. Что из него выпало? Шприц. Окей, мне так, конечно, был нужен этот шприц. Я вот прям мечтал о шприце. Так, в лес нам лучше в любом случае в ближайшее время не ходить. Поэтому мы можем... Ах, вы ж твари. А мы знаете, как сделать? Смотрите. Ща. Можно вот так делать. Бамс. Я их оглушил. Двоих. Правда, чувак первый нападает. Навзад. Так, собственно, давайте тогда по нему и будем бить. Отлично. Так, добили. Даже не знаю. Молния. Отлично. Нападай на нас. Так, теперь еще чуваку точно не повезет, я надеюсь на это очень сильно. Не-не-не-не-не-не-не! Черт, я прокакал свой удар. Не на того причем. На тебе еще. Так, давайте еще более полезное используем, например, на вот этом пацанчике. На! На!
Паттерс, бей их. А, отлично. Пробуем добить. На три удара. Черт, я его не добил. Ладно. Добьем Баттерсом. Один хп. Воу-воу-воу-воу-воу. Фига он мне там зарядил. На! Так. Смотрим, что у нас здесь есть интересного. Есть вообще что-нибудь? Здесь ничего нету. Собственно, зачем я сюда шел? А, если подняться вот сюда, то мы сможем выполнить задание... Чел, медведа, свина, потому что нам вот на самый-самый-самый верх, причем там это не показывается, но нажать надо на кнопку действия, и мы прикрепим сенсор чел, медведа, свина на ферму. Вот. Но там даже значка нигде не показывается, что это надо нажимать. Я долго тупил в первый раз. Ладно, перетекаемся обратно. А Баттерс потом станет еще имбовей. А у него будет офигенное заклинание там. Впрочем, это потом покажу. Так, нам надо... По идее, я не помню, как... Где там у нас задание-то? Хм. Ну вот, дом Кенни вот здесь. По идее, сейчас должно быть все окей, и у него дома там не должно быть крыс. Если так, то будет все круто. Потому что если они там есть, то нас туда не пропустят, а это ни хрена не круто. Так а почему я тебя могу ударить, идиот? Так, здесь ни черта фактически нету, можно сказать, но оказывается здесь лестница. Здесь вот эти мигающие штучки всегда старайтесь замечать, они иногда помогают. Так, мантия друида. Это снаряжение наше. Что-то падает сбоку. Чей это вообще дом, кстати? Боже. Sharon, there's a mess in the living room. Мои глаза. Так. Ладно. В принципе, то, что мы сейчас увидели, это еще минимальная часть шуток про... Так, комната стена. Хорошо. Так, собираем все, что можем, опять же. Абсолютно все, что можно. Ну, не знаю, я, например, так не сижу и не... Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. И как бы для меня это странно. Ну, в принципе. Ну, хотя в России, да, бывает такое. Так... Идем дальше, здесь еще одна комната. Кстати, как вы могли заметить, иногда комнаты очень... Ну, то есть, точнее, дома, они по-разному располагаются там. У кого-то подвал есть, у кого-то подвала нет. Так и не понял, зачем вот эти трусы собирать, но это часть какого-то определенного задания. Выведи чат на стрим. Вот если вы будете писать в чате все, то выведу без проблем... Даже сейчас могу это сделать, но вы ж почти не пишете в чате, поэтому толку с него. Сейчас сделаю. Ребят, здесь скажу, кстати, очень такую тему, что здесь очень-очень много вообще каких-либо отсылок, поэтому сложно сказать. Так, кстати, надо чат отдельно открыть. Вот, я чат открыл. Теперь это отдельное окошечко.
Сейчас все будет, я понял. Без проблем тогда. Да-да, без проблем. Дейзи вам тоже сейчас чатик выдаст. Так. Клэш-шоу рабочие. Бла-бла-бла. Окно. Конкретно область. Так. Ну, я думаю, сильно большой не буду делать. Такой вот сделаю. Так, только где оно? Так, изменение сцены. А то непривычно как-то даже. Так, все, все, все. Чатик есть. Тут не только звук лучше, тут вообще много чего лучше. Я бы, честно говоря, наверное, хотел бы перейти на Good Game, но я уже объяснял, почему это. Окей, он усы. Я нашел игрушку. Да. Махнокот. Ха-ха-ха-ха. Так. Все, теперь вы можете видеть себя и все круто. Так. I told you to go see the nice people renting the room behind the garage. Хорошо, не ори. Yeah, yeah, we got the package for Tweet Coffee. You got the envelope? These witch doctors must be cooking up a secret potion. I wonder if it's a healing potion. Hey, that's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh shit, it's a kip! Черт! I'm gonna get grounded anyway, might as well. У нас с вами проблемы, ребятки. Ain't got all day, pig! На, по яйцам. Так. Да. И на. На самом деле, ребят, маги, паладины и прочие, они здесь реально имбовые. И вот, ай, больно, 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 больно! Сука! Это было больно. Ну вот и пообщались, да? Так, касаемо, кстати, XCOM, мне он понравился, в принципе, игра хорошая, блин. Но я особо в ней не играл, поэтому. Так. Что у нас есть, что у нас есть? На! Отлично! Блин, кстати, вот в первый раз, когда я против них играл, мне еще как-то показалось, что они намного жестче. Ну, наверное, в первый раз все буду понять. Угу, полицейская брутальность. Я пытаюсь отыгрывать, ты не понимаешь. Так, давай, берем все. Не знаю, мне нравится. Вот и, кстати, вот кто знает, как вот попасть вот туда? Возможно, какая-то вот, ну вот снизу. Потому что я как не пытался, у меня нифига не. А, ну давайте сначала сверху заберем. Так. Кровавая дубинка Кении. Вот. Поставили. Отлично. А, точно, вон же Мартрас. Я идиот. Окей. Спасибо вам, ребят. Вот честно, верите? Нет, как-то не заметил матрас. Я его воспринимал за обычный какой-то, ну, просто... Ладно, не важно. В общем, вот этот вот очень имбовый чувак.
Я с ним, помнится, долго бился. Ну что-то до хрена слишком хп, насколько я помню. Да, у него, видите, 243 хп. На! Так, попробуем его... Давайте все-таки будем разные использовать, как я и говорил. На! Ой, извини. Извини название стрима. Чуть позже. Черт! Просто я думаю, что если я буду постоянно отходить куда-нибудь, вы решите, что это плохо. Так. На! Так. Черт, он подхилился. Это нечестно. Так, у меня нет... Нет никаких способностей. Мне придется добивать его вручную. А он себе броню там поднял. Лук, по-моему, по нему вообще не дамажит. Ага, видите. X1 урона. Она так профессионально. На! Ха-ха-ха, я отразил все твои атаки. Ты ничего не сделаешь мне. Ну, как бы для вселенной это вполне нормально. Вы не забывайте, здесь еще шестиклассники есть. Кстати, шестиклассники здесь, по-моему, поопаснее будут. У Баттерса, по-моему, как-то и то урон меньше стал, чем у меня. Черт! Так. На! О, отлично. А вот теперь я сменю название. Вот. Я поставлю на Escape и быстренько сменю название игры. Точнее, игры я не сменю, а вот название... Вот. А еще могу как вариант Элкина пригласить. Но, правда, он не захочет. Скорее всего. Ведь не захочет Элкин. Черт. Странно, почему-то Good Game у меня не хочет определять South Park. Ну окей, попробуем как-нибудь вот так. Вот, все, он его наконец-то нашел, отлично. Так, где у меня там чатик был? Надо его вернуть назад. Чат, все. Все. Так. Что, какую-то фигню нашли? Ну, это нормально. Здесь вообще много чего можно найти. Так. Кстати, вот сюда, в лес, лучше... Ну, я уже говорил раз 10, что не ходить. Так, здесь мы были. Здесь мы были. Нам сюда зайти посмотреть, познакомиться. Oh, hey, you're the new kid. My sister, the princess, texted me about you. She thinks you're cute. Окей, я крутый, это круто.
Кенни вообще такой специфический дом. Впрочем, это Кенни, это нормально. У него всегда был специфический дом. Здесь даже вон яд для крыс. Который можно попинать. Правда, ничего не даст, но его можно попинать. Черт, я сломал доску Кенни. Он обидится на меня. Sorry to hear about the renters. Usually they're real fun and energetic. Да, жильцы обычно хорошие, но ни хрена не хорошие в этот раз. Это нормально. Так, бежим дальше. Вообще не останавливаемся. Давайте просто быстренько такая пробежка. Прохождение South Park, насколько это возможно, там, марафонным образом. Так. С дилеммой Твинкой завербую его в группу. А, ну в принципе мы все сделали вроде бы. Так, туда вдаль нельзя. А, ну, стой. По флагу переместимся. Так быстрее будет. О, какая трубка. Какая-то трубка выпала. Так, так, стоп. Флаг вот. Сюда. Быстренько. Стараемся передвигаться быстрее. Насчет, есть ли здесь дьявол? Ну, Иисус здесь точно есть. Дьявол может тоже быть. Да, наверное, есть. Сложно сказать. Так, нам к Твику. Упс. Where's today's delivery? Right here. Yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit, but be home before dark or you'll be grounded. Grounded. Like the fresh grinds of our all-organic tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed, and then I'll meet you at the kingdom. Отлично. Так, сейчас я сделаю все-таки так, чтобы мне отображалось нормально два окна, а не одно, как обычно у меня это бывает. Потому что обычно у меня все это дело отображается через попу левой ручкой. Все как всегда. Так, сейчас и второе окно. Где чатик у меня. Вот. Отличненько. В чатике, кстати, 10 человек общается, правда, только один. Ну, это как всегда, это нормально вообще. Это вообще нормально. Так. Red Bull, Роба Инока. Окей, перчатки Инока. Ну а Иисус, кстати, он же, по-моему, в оригинале же был. Вместе с дьяволом. Так что это ж нормально. Здесь еще, по-моему, нет ничего такого, что... Сука. Так вот... Здесь вообще нет ничего, по-моему, чего бы не было в оригинале. Плюс добавлена куча других вещей. В общем, приятно на самом деле, что разрабы задумались и сделали именно игру такой, какой обещали. Охрененный и крутой. Да блин, одна миссия после ночи что-то что стоит. Это прям ужас. Офигенно круто. Вы, собственно, если я дойду, а я постараюсь дойти, вы это сами увидите. Ладно, я не буду брать деньги. Так. Я вот сейчас пока буду драться, вы мне скажите одну хорошую вещь. Мне прокачиваться на противниках вот типа вот этих или забивать на них в принципе? Просто есть два варианта. Либо я буду прокачиваться на них, либо я буду на них забивать. Но так как это недолго, в принципе, можно и не забивать. Ну тут на любителя, опять же. Подхилься и закончим, наверное, давай. Так. Просто, как бы, чем я прокачаннее, тем быстрее я буду проходить. Потому что я быстрее смогу убивать тех или иных врагов и так далее. Так. Спросите, как говорится, зачем я бегу туда? Oh, what? Oh, hey,
Guess I hit it a little hard at the bar this morning. Thanks for waking me up, kid. You on Facebook? Черт, я забыл, что здесь это. Хрень. Ладно. Мне иногда кажется, что у меня что-нибудь зависает, ну окей. Вроде ничего не зависло. Так, у нас, кстати, левел. Кстати, левел у нас. Если прием в смятку на какую-то тетрадь, так, там, руков, остальные противники будут что-то там.